нашей рубрике. Алексей обожает, смотрит с любовью на нашу мировую, не может оторваться. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Меховая куртка, которая называется «Эдита». Когда она появилась первый раз на ваших экранах, она разбила наши сердца. Самое модное, самое яркое начало вашей весны. И сегодня представляет эту коллекцию великолепный Алексей Лапшин, который с первого взгляда тоже влюбился в эту куртку и уже обещает нам, что наша весна будет самой трендовой. Ох, Арина Нагаева, дорогая моя, горячо любимая, одна из любимейших телеведущих телеканала Шопеншоу. Как тебе идет эта куртка и как вам она пойдет, мои дорогие, горячо любимые модницы? Меховые куртки и леопард – это не просто главные, это заглавные тренды сезона 2023 года. Комфортный образ в стильном и актуальном принте придется по вкусу каждой моднице, которая привыкла получать много комплиментов. Мягчайшая фактура эко-меха под овчину позволит носить куртку и в межсезонье, и во время европейской зимы. Выверенный крой и оптимальная длина выстроит желаемый привлекательный силуэт каждой женщины. Вы будете выглядеть даже не на 100%, на 1000000%. Удобство во всем. Смотрите, здесь есть кулиски на рукавах, можно сделать поуже. Здесь есть кулиски по нижнему краю изделия, тоже можно такой силуэт кокон создавать. Визуально за счет контрастной вставки вытягивает силуэт, делает стройнее. Высокий воротник, стоечка. И знаете еще, что хочу вам показать? Дело в том, что здесь есть у нас такой легкий слой наполнителя, который прошит ромбовидный стежка изнутри, она даже изнутри выглядит очень-очень дорого. Идеальная куртка для каждой идеальной модницы, то есть для вас. Согласна, и это главный товар дня. Давайте выбирать ваш цвет. Я выбираю для себя роскошный песочный оттенок. Коричневый будет называться в заказе. Классика жанра, анималистика всегда в центре внимания. Также у нас есть цвет, который будет называться белый. Его выбирает Олечка на подиуме. Сейчас обязательно посмотрим. Два цвета на выбор. И это главный товар дня. Специальное предложение. Самая выгодная покупка и самая актуальная. Если вы та женщина, которая обожает внимание, которая никогда не выбирает какие-то тривиальные образы, которая всегда впереди на шаг модных тенденций, то эта куртка – ваш выбор. Это меховая куртка, это роскошь, которую носят голливудские звезды. 2499 рублей. Уму непостижима какая-то потрясающая цена, и она действует только один день. И сразу хочу сказать, их ограниченное количество, их очень мало. В предыдущий раз у вас было более 10 тысяч таких курток продано просто за несколько часов презентации. Звоните. Давай выбирать размер. Как это сделать? От 50 до 56. Берем размер в размер. Размеры сдвоены. Это всегда гарантия, дополнительная гарантия. Ладно. Идеальной посадки без примерки. Действительно, я понимаю, как для вас важны и нужны точные цифры, поэтому с удовольствием сейчас сделаю замеры. Как только появится возможность... Ой, какой яркий образ мы видим на Оленьке. И наша великолепная куртка из эко-меха. Вот с такой кепкой, да, стильной. Можно даже бейсболка. Либо берет тоже будет здесь интересно смотреться. Причем, что такую куртку можно же не только с брюками, но и с юбками сочетать. И поверх платья, даже вечернего надеть, если платье в пол. Вот да. Это как раз тот самый вариант. Обычно я говорю, что короткие куртки, да, либо там полушубки не очень хорошо смотрятся с длинным платьем. Но здесь как раз абсолютно другой случай, потому что она выглядит как полушубок, именно как полушубок, поэтому она смотрится, будет смотреться даже с вечерним платьем в пол абсолютно точно гармонично. И не забывайте, что сегодня, заказывая на сумму 3990, в подарок вы получаете французский аромат. Это французские духи. Абсолютно бесплатно. И бесплатная доставка от суммы 4990. Уже более 30 новых телезрителей выбрали для себя меховую куртку Эдита. Яркая, стильная. Я не знаю, если у вас есть дочка, которая следит за модой, или внучка, как вот сегодня нам звонила наша телезрительница, 84 года, она говорит, да, сколько она в рубрике «Мода» уже купила для себя вещей. Она, вот эта дочка точно заберет эту куртку. Моя дочка учится на стилиста, когда увидела куртку Эдита, я, честно говоря, не знала про этот отзыв сейчас,
на мне сказала, что я выгляжу очень стильно. Она хочет себе такую же. Приятно получать от детей такие комплименты, во всей видимости. Да, сразу чувствую себя моложе и красивее. Но это правда. Эта куртка будет вас молодить. Скажи, пожалуйста, а ты пришел замер делать? Да нет, я просто люблю сантиметровые ленты ходить. Хорошо, отлично, потому что я хотела тебе спросить, на какую погоду рассчитана она? Минус 5 смело, а если надевать на жакет, на кардиган, на жилет, и даже на минус 10, ну просто тепловой порог у всех разный, кому-то холодно в плюс 10, кому-то жарко в минус 40, ну как тебе, да? Вот, шучу. Я наоборот. Не, ну все вы понимаете, да, мы шутим, но тем не менее вы обязательно для себя точно поймете и определите. Реалистичный эко-мех, он действительно гораздо практичнее натурального, ну и, кстати, и доступнее, да, дешевле, чего уж греха таить. Но натуральный мех намочили, если до конца не просушить, он гниет. Гниет, пахнет, выпадает. И можно выкинуть. Слушай, ну сегодня, по-моему, вообще носить натуральный мех, нет, не запрещено в Сибири, я понимаю. А главный враг. Моль. О! Точно, она, вот это вот беззвучное создание полупрозрачной красоты. Так вот, не поест, откажется, не поест. Скажет, ну что вы... Слушай, ну сейчас главное, что это вот тренд. Я уже, наверное, 3 года ношу шубу, у меня есть, ну как, тедибир называется, да, ну тоже вот из такого же меха абсолютно, только у меня однотонная вот такая вот песочного цвета. Но это классика уже стала в нашем гардеробе. Но у меня есть норковая шуба, есть она у меня. Похвастаюсь, слушайте, но я ее не ношу уже лет 5, наверное. Мы же не отговариваем от натурального меха. Любите и можете себе позволить. Да, здесь даже сравнивать не будем. Да. Ну, как часто можете покупать шубу из натурального меха? Один раз. Ну и то, ты знаешь, далеко не каждый один раз в жизни. Ну, кто-то раз в сезон, кто-то раз в 3 сезона. Но тем не менее, половину вообще накопленных денег отдаем, да, если не всю часть, а потом еще и боимся носить, потому что жалко, чтобы не повредить, там, не порвать. То таких шуб, ну, можно покупать бесконечно. Кстати, королева Великобритании, бывшая королева, да, Елизавета II, еще лет 10 назад отказалась от натурального меха, хотя она как монаршая особа могла позволить себе. Конечно, любые меха соболя. Я так понимаю, потери у нас. Леш, смотри, а почему? У нас только началась презентация. Белый цвет, 54-56, одна куртка остается кое-что всего вам лишь. Вам не хватает к вашему образу. Вам кое-что надо примерить еще к этому образу. Быстро. Это же тот самый волшебный аромат. Вот. И ореньки. Ой, все, ну красота. Ох, правда, встречайте весну ярко вместе с главным товаром дня. Это меховая куртка. Эдита, звоните.